Привет, всем доброе утро. Мы сейчас едем в магазин, хотим снимать очень прикольный вызов, и нам надо для этого купить кое-каких продуктов. Вот, а мы снова берем вас с нами. Почему бы и нет? Вызов очень прикольный и очень опасный. Смотрите, какое у нас небо красивое. Так облачно, главное в горах только. Да, кстати. Так вот нет облачка. А вот там в горах облака, и там тоже в горах облака. Облака, белогривые лошадки. Так что, ребят, сегодня вы увидите, как мы снимаем вызовы от начала и до конца. Мы покажем вам все, что скрыто, все, что тайное и секретное. Да, знаете, это все. Бэкстейдж. Точно. Что-то я вообще не модными словами, да, это сказал? Да. Что еще вам рассказать? Че, у меня красивый тихий чехол на телефоне. Ну, это в тему, да. Да, он очень красивый. Блин, не видно, какого цвета он. У меня уже такой второй. Один сломался, я еще один заказала с Алиэкспресса. За доллар? Да, он доллар, что ли, или два. Он очень тоненький и безумно приятный в руке. А мне подарили деревянный чехол наши друзья. Покажи. Да, давай передадим им привет. Ильшан и Айгюн, вам привет. Привет, привет! Я знаю, вы нас иногда смотрите. Вам привет, привет. А еще хотела рассказать вам, у нас здесь очень часто мы едем по дороге, и появляются какие-нибудь надписи. Гаражная распродажа, либо как это, ярцы. Типа возле дома они выставляют всякие вещи. Да, вы знаете, как в фильмах показывают, да, они какие-то старые вещи выставляют, продают. Вот, кстати, сейчас я вам покажу. А где софтовый? А, да, вот, сейл. Что там написано? Сейл и все. Сандай сейл. Сандай сейл, а справа написано огромная распродажа. И вот. И мы хотим как-нибудь ездить, просто поснимать, посмотреть, что там. И напишите, будет ли вам интересно. Мне кажется, что будет интересно. Если вам интересно, что там могут продавать. Ну. Мне кажется, могут продать нам стол какой-нибудь. Стол. Мне кажется, там в основном какие-то такие как бы сувениры, какие-нибудь старые штуки. Да? Поехали, а я почему-то... Да, о чем мы стоим? Я почему-то думал, что это знаешь, когда люди переезжают. А, да, кстати, может, когда переезжают. Они типа вот переезжают, ну, чтобы вещи новые постоянно, типа не таскать с собой. Дорого, потому что перевозить, вдруг они в другой штат улетают. Это да. И они такие, хоп, типа и продали эти вещи. Такая ситуация, возможно. Ну все, мы уже подъехали к магазину. Ананасики. Сегодня по акции. 99 центов. У 97 центов за ананас за целый. За один, да. Блин, жалко, они выглядят какими-то зелеными. Но мы возьмем попробовать. Ну-ка, пахнет вкусно? Да, такой не твердый обычно. Ну возьмем один попробовать. Сегодня какие-то бешеные скидки. Итальян сода 2 за 5. Блюбери 2 за 5. Малина 2 за 5. Клубника божественная. 2,5 доллара одна стоит. Короче, на евроле ягод, всяких перчиков, ананасов. Ребят, мы же так и не попробовали банановый вкус. Сейчас Катя попробует. Мне страшно. Ты прям чуть-чуть, чтобы парочку высыпалась. Чё? Просто бери, пробуй, обратно клади. Да, обратно. Банановое, прикольное. Вообще классное, да? Yeah. Ребят, смотрите, какая крутая тачка. Ford Mustang, наверное, какой-нибудь 60-го года. Пушка вообще. Да, мы не можем просто так приехать и просто купить чуть-чуть продуктов. Вообще, закупились уже продуктами, не стали вам показывать, как мы внутри это делаем, потому что мы уже 200 раз с вами ходили по магазинам. Но все, что нам нужно для вызова, мы купили. Петюню воздушную, передавай. Решили по дороге домой завернуть на улицу. Нам очень тут понравилось. Просто поснимать, показать вам домики жилые. Симпатичненько тут так. Да. Да. Сейчас бы еще выход отсюда найти.
обычно куда-нибудь завернем и такие, упс, 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 упс. Это просто жилые дома, как обычные дома. Мы реально просто кругами здесь кружим. Да, да, да. Везде американские флаги. Такие они вообще патриоты. Хотя, мне кажется, многим из них просто нравится сам американский флаг. Он такой, типа, симпатичный. Звездочки, да? Ну да. Как бы, как отсюда надо выйти? Да ладно, ты, я сейчас разберусь. Ну, тут симпатично. Так чистенько, цветочки цветут. На улице, кстати, мы выходили. Ну, было, конечно, не холодно, но так. Еще было прохладно утром. Сейчас вышли из магазина, вообще уже солнце так печет. Прям сильно. Какие-то тут названия улиц, водопады, белые, просто водопады авеню. Так, ну вроде мы выезжаем. О, птичек, слышите? Офигеть, мы кружим. Мне кажется, мы тут уже ехали. Так, ну вот это, наверное, выезд. Только на какую улицу? Где мы вышли? О, я не знаю. Мы заблудились. Пашка решил съехать. Мы опять выехали на Lake Mead. А, прикол. Ну, ребята, мы уже дома. И, как обещали, весь процесс. Паша обычно моет голову в раковине. Это вообще нормально? Скажите, кто-нибудь из мальчиков так делает? Только перед вызовом. Ну да. Если перед вызовом очень у него грязная голова, он так делает. Но мне это не нравится, потому что потом на стекле всякие капли. Все пацаны моют голову в раковине. Да? Вот я уверен. Напишите, кто. Я уверен, меня все поддержат. Ну, конечно. Мне тоже надо собираться. Хотя бы чуть-чуть так краситься. После меня. Хотя бы чуть-чуть. Смотрите, три Кати. Да? Да. Очень быстрый макияж. Очень. Очень быстрый и легкий. Тем более тебе не надо сильный большой макияж сегодня делать. Сильный большой? Сильно большой не надо. Нет, сильно большой нет. Мне кажется, все вообще в предвкушении, что же они там такое снимают. Ну, ребят, вам придется подождать еще чуть-чуть, пока вы узнаете все тайны. Ребят, сейчас вы увидите, как мы подготавливаем место съемки. У-ху! Мотор, экшен, камера. Поехали! Ребят, смотрите, что у нас получилось. Мы обклеили пол клеенкой. Это значит, что мы сейчас будем снимать сериал «Декстер». Вот. Кого мы будем резать? Не знаю. Кто себя
Кто себя плохо вел и не подписался на наш канал, может оказаться на этом операционном столе. Так что, ребят, вы лучше все хорошо идите. Ну вот и настало то время, когда вы узнаете всю тайну. Мы будем снимать, съешь это или надень. Кто не знает, что это такое, что это за вызов, мы, значит, будем тянуть бумажки по очереди. Не по очереди, а вместе. Да потом все узнают и увидят. Смотрите наш челлендж. Все. Да. Мы пошли писать бумажки. В последний момент мы вспомнили, что он бумажки не писал. У нас еще много времени. Да, очень. Я пишу бумажки. Ешь или надень. Вы бы знали, как мы долго собираемся снимать видео. Вообще, это какой-то кошмар. Просто это минимум часа полтора, наверное. Да. Это минимум. Мы всегда так к этому подходим. Все нам надо, все сделать, все так, чтобы было так. В общем, какие-то мы с тобой. Да, еще потом час снимаем. Угу. Мы уже сколько? Мы думали, что мы начнем час назад. Начнем. В итоге вот так выглядит наше съемочное место, и мы уже готовы снимать. Вот такой вот беспорядочек у нас получился. Ребят, было очень весело, жарко, мокро и грязно. Так что все увидите это в нашем челлендже, который выйдет очень скоро. Ребят, все смотрите. Но сейчас мы, наверное, все это убираем, покушаем и будем работать. Так что увидимся только с вами вечером. Все, до связи. Смотрите, как распустились розы. Они такие ароматные. Я просто тут сижу, балдею. Такой красивый букет. Просто я вообще в шоке. Сейчас буду готовить булочки Паши на перекус. И они очень легкие в приготовлении, поэтому поделюсь с вами рецептом. Нам понадобится тесто. У меня тесто для пиццы. Томатная паста, сыр и ветчина. Вместо ветчины можно использовать салями. Смотрите, что у меня получается. Я раскатала тесто, намазала сверху томатной пастой. Теперь я возьму индейку. У меня, кстати, да, индейка. Сверху тоже все это разложу. И далее сыр. Все, мне кажется, очень вам напоминает пиццу. Но дальше я вам покажу, что будет. Вот что у меня получилось. Теперь я это все сверну в трубочку. Знаете, как булочки синамон, когда делают, я это все сверну и порежу на несколько частей. Вот такая у меня смешная получилась колбаска. Теперь я возьму острый нож. И где-то вот на такие булочки я порежу. Я, кстати, первый раз делаю такие булочки, так что увидим вместе с вами, что получится дальше. Теперь я, наверное, возьму пармезан и немножечко сверху посыплю этих булочек. И даже не знаю, как правильно их называть. Пицца-ролл пусть будет, булочка, в общем, не важно. И еще возьму оливковое масло, тоже немножко сверху сбрызну. Вот такая вкуснятина получилась. Паша уже съел одну штучку, ему очень понравилось. Так что повторяйте рецепт. Я готовила, мы вместе кушали, и теперь ты моешь посудку. Да, булочки, если же вообще такие божественные. Как их правильно называют? Рулеты? Пицца-рулеты? Ну, вообще пицца-роллс в интернете. Пицца-роллы. Они, я... знаешь, как синамон-роллы? Да, пицца. Да, да, так и пицца. Я, кстати, первый раз мою посуду. Вот этим средством? Да. Я... ощущение, что это йогурт, и хочется его выпить. Мне понравилось оно. Оно нежнее. Пойду делать чай. С тортом? Да. С тортом? С ним. С ним? С клубничным безумием. Клубничное безумие. Вот что осталось от тортика. Мы, наверное, сейчас съедим больше половины. Ты хочешь все съесть? Нет. Можно еще добавить крема. Хочешь? О-о-о!
Свежего прям? Да. Давай. Мы сейчас зависли и смотрим видео Александр Тихомиров. Он такие вообще видео крутые снимает. Ну просто вообще в шоке, так красиво, так красиво. Вообще классно. И причем мне нравится, знаешь, что такой у него эффект замедленный, он так делает. Так вообще классно подумать. Паш, все, хватит зевать. Все, пойдем спать. Пойдем. Все, ребятки, прощаемся с вами. Всем до завтра. Всем пока-пока. Пока-пока, ребята.